В Петропавловске первая семья из числа пострадавших от паводков получила благоустроенную квартиру. Они сегодня планируют заехать. С новосельем их поздравила прибывшая с рабочим визитом в регион министр труда и соцзащиты населения. О том, как строят новое жилье и приобретают квартиры для североказахстанцев, расскажет Наталья Волкова. Чита Беленко почти полвека прожила в доме, который этой весной оказался полностью затоплен. Пострадало домашнее хозяйство. Вся мебель и одежда пришли в негодность. В этом году у семьи юбилей – 50-летие совместной жизни. Памятную дату супруги встретят уже в новом жилье. Мы даже не ожидали так. Но думали, ну по пояс будет. Мебель всю вот вверх подняли. А вот получилось по самой крыше. Дом не пригоден к жилью, потому что он насыпной у нас. Ну вот, теперь получили квартиру, до сих пор не верим. И больница рядом, и магазины рядом, и центр, и квартира. Вообще, даже слов нет. Местные власти координируют заключение сделок по приобретению еще 6 благоустроенных квартир для тех, кто лишился жилья. Тем временем продолжается возведение новых частных домов на окраине Петропавловска. С ходом строительства ознакомилась министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова. Всего здесь планируется возвести 500 объектов. А пока в областном центре ведут восстановительные работы, пострадавшие от паводка горожане смогут отдохнуть и подлечиться в санатории. Путевки получат лица с инвалидностью, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры и люди, воспитывающие ребенка с инвалидностью. 164 места выделены непосредственно Федерацией профсоюзов. Санатории – это география широкая. Это Кызылординская область, санаторий Жанакурган. Это Боровом, санаторий Щучинский. Кустанай – Сосновый Бор. И Павлодар – это Мойлды. Частично уже эти места заполнены. Мы сегодня предлагаем определенную квоту для североказахстанцев. Также у петропавловцев появилась возможность ускоренной подачи заявлений на получение единовременной выплаты и возмещения ущерба. Теперь это можно сделать онлайн через мобильное приложение «ЕГОВ.КЗ». Наталья Волкова, Коныш Казбеков, Петропавловск, 24 КЗ.